Слушай, мы с тобой друзья? Конечно, друзья. Тогда скажи вот что. Мы с тобой много раз бывали во всякой херне. И я тебе тысячу раз задавал один и тот же вопрос. А ты мне на него так до сих пор не ответил. Что за вопрос? Что у тебя за любовь к этим ебаным сапогам? И эти сапоги мне подарил мой старик-отец. Когда я первый раз участвовал в профессиональном родео, я был в этих сапогах. Это был его первый и последний подарок. Мальборо, ты же мог давно мне об этом рассказать. Я думал, это касается только лично меня и моего старика-отца. Тот раз бык меня сбросил, я сломал руку в четырех местах. Эй, я думаю, тебе надо снова попробовать себя на родео. Когда-нибудь попробую. Может быть.